Cerveza Masvina, Monster Products, the global leader in premium songs, powered Дмитрий by Monster. Биво. Поединок в рамках полутяжелой весовой категории. Бой очень важный, потому что в России, но в США для него это самый такой поединок в карьере с точки зрения внимания, потому что это HBO поединок. И он попал в основу этой трансляции. Соответственно, если выступить очень красиво, потом и зрелищностью, Дмитрию нужно побеждать сегодня красиво в недавнем поединке. И тогда Вадим Корнилов, менеджер, ответил, что титул не на кону, потому что Агнио не может быть претендентом на этот титул. Это, в общем-то, не имеет принципиального значения. Самое главное – это бой. Да, но мы также видели в углу у ближайшего друга, соратника и товарища, брата по оружию, поддерживает Дмитрия. Это свежая кровь в компании Мирбокса, в российской компании, промоутером которой является. И, на мой взгляд, Дмитрий Бивол сегодня является ярких будущих звезд компании Мирбокса. Итак, первый раунд, смотрим. По туловищу здорово дублирует. Попытка через руку Агнию. Агнию, в общем-то, с жестким ударом, с крепким ударом. Нокаутер, но мы знаем, что все-таки, когда боксер работает в контратаке, он может в моменты нанести удар, в который как раз-таки меньше всего будешь готов, а такой удар опасен, даже если твой соперник. Продолжает проверять соперника Бивол. Хороший удар по туловищу, сильной руки. Финти Дмитрий. С Агнию главное держать дистанцию, не проваливаться. Но вот Дмитрий за счет работы ног, за счет передней руки, хорошо контролирует дистанцию. Да, это все такая проверка соперника. И скоро Дмитрий включится на полную. Бить туловище. Да, с таким, наверное, нетипичная американская защита, больше, наверное, европейская, такой дабл-блок. Думаю, что и продолжает быть известен. Да, помним мы все лучшие времена Артура Абрахама, Марко Хука. Стеной, и попробуй его пробей. Да, да, да. Попал справа, попал. Дима справа взял Агнио. Покачнуло Седрика Агнио, и тут же идет добивать, и падает Седрик Агнио. Отличное начало для Дмитрия Бивола. 7, 8, good, come here. Да, нормально все. В порядке, говорит. Очень остро Бивол, и нужно развивать этот успех. Есть еще полминуты. Здорово, справа. Повторная атака, и начинает теперь на корпус забивать соперника, по-моему, Дмитрий по туловищу. Известный блок Ферата Арслана в деле. Ну, удара не пропускал. Но в такой глухой защите долго не выстоишь, согласитесь. Но, правда, гонг сейчас. Но в любом случае, начало великолепное для Дмитрия Бивола. Дмитрий Бивол, Седрик Агнио. Второй раунд. Великолепно первую трехминутку Дмитрий провел. Отправил соперника в нокдаун. Оба боксера 79,4 показал Агнио, 79,3 Бивол. И отличный силовой джеб в туловище в исполнении Бивола. Мы увидели хорошая двоечка сейчас. Звуковым эффектом. Да. Услышали весь все. Зал, да. Да, это было хорошо. Продолжает прессинговать. Хочу отметить, друзья, великолепные ноги Дмитрия в битлях и продолжает быть с ним в профи. Это очень важно. Как мне кажется, дает великолепные плоды. Хорошая, классная школа. Геннадий Юрьевич Машьянов, тренер Дмитрия Бивола. В общем, делает, только лишь блокирует удары Дмитрия Бивола. Конечно, с такой манерой ведения боя далеко не ускачешь. Много ударов в блоке бить не стоит. Нужно пытаться Дмитрию обводить эти руки. Здорово, левый сбоку навстречу. Прекрасно. Туловищу добавил Дмитрий Бивол и по печени слева. Великолепно, великолепно. В принципе, также и с Сергеем Ковалевым боксировал. Не идет вперед или не любит защиты. Ну и мы видим, насколько Седрик Агнио опасается Дмитрия Бивола. Робкие попытки ответить. Поменял стойку. Поменял стоечку, да. Получил тут же по печени слева. Ну, я думаю, что если Агнио решит пойти вперед на Дмитрия Бивола, то это очень быстро. И он постоянно угроза передней руки. Все хорошо. Раунд, чем первый, обошлось вот так, без нокдаунов.
но здесь Дмитрия Билова можно по марку соперника готов использовать. Продолжает Дмитрий Бивол беспокоить соперника вот этим силовым. Наставник Дмитрия советовал ему менять этажи почаще, побольше задействовать корпус и дальше переводить на голову левым боковым. Хорошо, справа навстречу, через руку, да. Сбоку, мне кажется, это должна комбинация проходить. Опять поменял стойку. Ну, значит, сейчас будет удар. Тренер Геннадий Машенов говорил, если Агния встает в стойку левши, тогда... И сразу поднимаешь левый сбоку. Все, меняй этажи. Пытается Агню на контратаке где-то. Дает он возможность Дмитрию раскрыться, посмотреть, подумать, пощупать. Все это дает. Но, тем не менее, напряжен поединок, и мы знаем, Седрик может ответить в любую секунду. Поджал Дмитрий Бивол соперника в угол. Он начинает просто расстреливать своими ударами. Сталкивает соперника Седрик Агню, но лишь убежать в другой угол. Я думаю, что там ему будет точно не слаще. Опять в левше стоит Агнио, но, соответственно, нужно использовать эту комбинацию. Да, вот она! Раз по печени атаки, и там и левый боковой также по печени прошел. 40 секунд до завершения этой... По-моему, есть небольшая ссадина, да, или рассечение под левым глазом. Возможно, контролирует. Мне кажется, правильное решение. Просто спокойно боксирует. О, здорово! Правой навстречу! Жестко! Хорошо, право направо. Продолжается поединок между Дмитрием Биволом и Агню. В углу американца говорили, на очень качивается бензин, и поэтому давай разбивай его и уничтожай. Особенно вот то, что разбивай его теперь, настало время его на это посмотреть. Здорово, вот правый сбоку, такой полупрямой, полубоковой правой рукой. Дмитрий, эти бреши, эти щелочки, куда просунуть свой кулак. Да, но поскольку Дмитрий особой опасности не чувствует здесь, как по тренировочному мешку. Контролирует дистанцию левой рукой, Седрик Агню находится в глухой защите. Болельщики гудят, конечно, им не нравится видеть и сбить желанием этот самый бой демонстрировать нам. Да, и вина, конечно, в этом Дмитрия Бивола. Мы говорили перед эфиром о том, что нужно быть что-то с глазом. Больно, да. сделал больно. Все. Как раз левый боковой, он пришелся в область глаза. И может быть, да. Кстати, не исключено, да. Что это перелом. Перелом, да, возможно. Потому что, видно, резкая боль была. Да, возможно, вот этот левый боковой. Второй боковой, да. Хорошо, без пропущенных ударов в своей манере Дмитрий Бивол побеждает. Победа. Так, смотрим. Вот он, левый боковой, после которого Агню сказал, что... Ну, может, да. Ну, что ж... Пойти по пути наименьшего сопротивления. Ladies and gentlemen, here at the Mandalay Bay of Las Dmitry Bivol! Важная победа Дмитрия Бивола. Поздравляем его команду. Досрочно.